С 15 по 20 октября в славянском городе Целе прошел 23-й чемпионат мира по гиревому спорту среди мужчин, любителей, юниоров и ветеранов. Наша команда добилась очень высоких результатов, завоевала 7 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей. Впервые, хотелось бы отметить несколько моментов, впервые этот чемпионат мира прошел в Словении. Впервые мы выставили такую серьезную, сильную и многочисленную команду, как по количеству участников, так и по качеству. Впервые удалось вывести на подобный старт наших девушек. В итоге, кстати, добавивших в медальную копилку две бронзы. Весовая категория 70 килограмм. Работали 16 килограмм. 10 минут на две руки. Получилось, стала третья. Ну, получилось не то, чтобы хотелось, но... Бесспорным фаворитом нашей сборной был мастер спорта международного класса Дмитрий Давыдик. Ехал на чемпионат за рекордом мира в ВВКе, потому что уже показывались подъемы, которые являются рекордом мира в моей весовой категории. Но после первого упражнения толчка, так как я его проиграл, пришлось вносить немножко коррективы тактические и, скажем так, работать уже на победу. Дмитрий Давыдик стал трехкратным чемпионом мира по гиревому спорту. Как итог, в целом белорусская гиревая сборная на чемпионате мира взяла 7 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей. Поздравляем, ребята! Так держать!